Салютная группа! Огонь! Вот так героев прошлого приветствуют будущие защитники страны. В 100 метрах от них еще более юные ребята только примеряются к оружию. Мишень стреляем 2 раза в большой квадрат, 1 раз в маленький. После этого мишень поражена. Теоретическое и практическое знакомство с оружием, средствами химзащиты, сдача норм ГТО – все это курс молодого бойца. Мальчишки любят войнушку играть, а тебе-то зачем? Ну, мне нравится. Что тебе особенно понравилось? Стрелять. Как ты думаешь, а зачем нужно уметь правильно стрелять? Чтобы родину защищать. Когда я был маленьким, у меня вообще не было таких секций, да, каких-то военно-патриотических. Сейчас же дети увлечены очень многим, и в том числе патриотическим воспитанием. Нашу страну должен кто-то защищать, кто-то должен ее любить больше, чем оно было в мое время. Свою любовь к стране, уважение к ветеранам архангелогородцы продемонстрировали в танце, приняв участие в акции «Вальс Победы». Такой подарок ко Дню Победы Молодежный совет Архангельска устраивает уже в 4-й раз. Число пар растет с каждым годом. Зачем ты вообще здесь танцевала? Чтобы вспомнить о других, о том, кто воевал, кто пережил это все это, чтобы сейчас было голубое небо. Танцевальным па всех желающих обучила хореограф «Вальса Победы» Мария Новикова. Себе в партнеры взяла звукооператора Романа, отвечавшего за музыку на репетициях. В одной из репетиций просто танцевал, и меня заметили и решили поставить к моей замечательной партнерше. И вот сегодня мы, надеюсь, подарили праздник жителям и сами получили удовольствие. Невероятное удовольствие. Алексей Шемякин, Алексей Карельский, Светлана Михеевская, «Регион-29».